Около 600 протоколов составлено в Вологодской области по фактам нарушения режима, который введен правительством Вологодской области в связи с ситуацией по борьбе с коронавирусом. О том, какие именно это нарушения и что грозит нарушителям, мы поговорим прямо сейчас. У нас в студии председатель комитета гражданской защиты Вологодской области Александр Колычев. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Александр Васильевич, итак, за какой период эти 600 нарушений и где больше всего нарушителей в области? Протоколы, должностные лица, которые уполномочены составлять эти протоколы, начали составлять с 13 числа, с 13 апреля. Вот за этот период было составлено более 600 протоколов. Материалов, конечно, наработано больше. Материалов наработано где-то порядка 1000. Работа организована каким образом? Сотрудник полиции, либо уполномоченное должностное лицо, условно говоря, идя по улице, видит гражданина, который прогуливается, идет куда-то. Он его останавливает и уточняет цель нахождения его на улице. Если гражданин не в состоянии, скажем так, обосновать цель нахождения себя... Почему он тут идет? Почему он идет, да, не может обосновать, скажем так, разумительно, то сотрудник полиции, если он его остановил, составляет в отношении него протокол. Берет объяснение, пишет рапорт и составляется протокол сотрудникам полиции. Затем эти протоколы направляются для рассмотрения в городские и районные федеральные суды. Что есть с должностными лицами, с юридическими лицами? Ведь на них тоже распространяется это постановление правительства? Правила для всех определены этим постановлением. С организацией, которая, например, не должна работать в этот период, а она открылась и работает, то, опять же, должностные лица, в том числе сотрудники полиции, либо органы исполнительной власти, проверив ее, могут составить в отношении нее также протокол и также направить в суд для рассмотрения о привлечении либо должностного лица к ответственности, либо юрлицо, либо индивидуального предпринимателя. А какие штрафы за нарушение может назначить суд? Согласно Кодексу административных правонарушений, по этой статье на граждан может быть наложен штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. На должностное лицо штраф накладывается от 10 до 50 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей штраф накладывается от 30 до 50 тысяч рублей, а уже на юрлицо там штраф уже больше 100 тысяч рублей. А были ли прецеденты, когда люди повторно попадались? Или пока нет? Таких? Пока таких прецедентов я вот не видел по статистике, но я думаю, что они, возможно, могут и появиться. И хотел бы сказать, что штрафы во втором случае, они уже намного еще жестче, чем в первом. Это вторая часть данной статьи. И уже на гражданина, на физлицо штраф уже будет от 15 до 50 тысяч рублей. Но это не маленькие деньги. Это не маленькие деньги. Mm-hmm. Я хотел бы обратить внимание, что нижний-то предел 15 тысяч. То есть суд уже не может наложить штраф ниже нижнего предела. Mm-hmm. И максимальный 50. А если брать уже индивидуальных предпринимателей, там штрафы уже поднимаются тоже значительно, существенно. Александр Васильевич, а что, собственно, делать, чтобы не нарываться на штрафы? Ходить, я не знаю, огородами или как? Нет, я бы не рекомендовал ходить огородами. Наверное, самое главное правило – это соблюдать самоизоляцию тем категориям граждан, которые она прописана в постановлении, как в указе президента, так в постановлении правительства области, все это прописано. Соблюдать эти правила, требования. И, наверное, соблюдение этих правил и требований позволит нам быстрее закончить, скажем, ситуацию с карантинными мероприятиями. Все, что были здоровы, живы. И давайте позаботимся в первую очередь о наших близких, родных, матерях, отцах и себе, конечно, лично. О фактах нарушения постановления правительства Вологодской области, введенного в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, мы говорили с председателем комитета гражданской защиты Вологодской области Александром Колычевым.